Добрый день! Сегодня мы рассмотрим кулер от компании DeepCool Ice Edge 200U. Данный кулер предназначен для высокопроизводительных систем, а также для любителей тишины. Почему так, мы рассмотрим далее. Давайте распакуем и посмотрим комплектацию. Компания DeepCool снабжает данный кулер довольно-таки неплохой комплектацией. Помимо самого радиатора на тепловых трубках, которых у нас две. Также у нас тихий вентилятор фирменный DeepCool, крепеж для интеловских процессоров, он подходит под сокет LH775, 1155 и 1156, а также крепежи для систем на базе процессоров AMD. Здесь у нас крепежные винты и термопаста, которой вполне достаточно для нанесения на сам радиатор. Давайте детально рассмотрим технические характеристики данного кулера, а также поближе посмотрим, что из себя представляет сам радиатор. Радиатор данного кулера выполнен в фирменном стиле бабочки, является башенного типа и справляется со всеми модными процессорами, которые очень любят у нас греться сильно. Тепловые трубки способствуют передаче тепла на ребра, а наш 80-миллилитровый кулер тихий спокойно справляется с отводом тепла от процессора. Стоит отметить, что подножка выполнена качественно, она гладкая, и что самое главное, в ней использована технология Direct-Q, то есть прямой контакт тепловых трубок на процессор непосредственно. Что ж, кулер достаточно эффективный. Стоит отметить, что уровень теплоотвода является не более 95 Вт, то есть предназначен для обширного сегмента процессоров в среднем ценовом диапазоне. Что касается кулера, он довольно тихий. Также он снабжается трехпиновым коннектором, то есть управление вентилятором производится на встроенном сенсоре, который встроен в кулер. Размеры радиатора составляют 105 на 77 на 129 мм. Оборот же нашего кулера составляет 2200 оборот в минуту. Вся система создает шумность в 28 дБ, что является довольно тихим показателем. Данное решение от компании DeepCool подойдет для обширного числа процессора и рекомендуемо нами вместо стокового решения от обоих компаний, как от Intel, так и от AMD. Я благодарю вас за просмотр, встретимся в следующих обзорах. Всего доброго, подписывайтесь на наш канал.